в субботу на ТВ-РУС. Трагическая судьба самой любимой певицы. Ее голосом восхищался весь мир. Она пела абсолютно без малейшего нажима и напряжения, как будто это само льется, причем с неба. Ее рост позволял так думать. Когда я впервые услышал на репетиции, я просто был ошеломлен ее тембром. Это, в общем, не вокальный голос, это какой-то инструмент. Ее жизнь – это вечная борьба. Борьба за жизнь. Аня была без сознания 14 дней. Она умерла ровно через 15 лет после ужасной аварии. День в день. Мистическое совпадение, как будто ей дали отсрочку. Я чувствовал ответственность перед всеми слушателями во всем мире. Неспетая песня Анны Герман. В субботу на ТВ-РУС. Если на нее смотреть издали, это была статуя свободы.